Образцовый пример междержавных отношений. Так охарактеризовал связи России и Китая бывший посол КНР в Москве Ли Фэнлинь. На семинар известного дипломата в Китайском народном университете собрались более 200 экспертов, ученых и студентов. Интерес публики превысил ожидания. Многим не досталось стульев, и слушать ветерана китайской дипломатии пришлось стоя у входа в зал. Ли Фэнлинь отметил, что Китай проводит независимую и самостоятельную внешнюю политику. Но это не мешает ему строить всестороннее стратегическое партнерство с Россией. Вместе с тем о создании союза речи не идет. Прочным фундаментом для развития отношений стал договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный в 2001 году. Китай и Россия смогли выстроить образцовые междержавные отношения. Они не вступают в конфликты и конфронтации, проявляют взаимное уважение к выбранному другой стороной пути развития, стремятся к сотрудничеству и обоюдному выигрышу. Что касается вопроса о создании военно-политического союза, то он вряд ли актуален, поскольку времена холодной войны остались позади.